Всем привет! Настали нелегкие времена для спорта. Весь спорт из зала выгнали. Вот мы с Никитой вышли в парк Сосновку в Санкт-Петербурге. Никита, представься, расскажи о себе. Всем привет! Я Томилов Никита, помощник главного тренера сборной Санкт-Петербурга по боксу. Сам мастер спорта, в прошлом призер чемпионата России по боксу. Вот, с Алексеем проведем тренировку. Разомнемся, 25 минут беговой работы, затем блок школьной работы, отработаем над школой бокса, посмотрим, что Алексей сможет. Вот, затем блок работы с резиной СВП и на лапах тактическую работу с Алексеем проведем. И в конце закончим работой ног. Да, в общем, я чувствую, что сегодня мне будет... Готовься, да. Готовься. А в начале нашего выпуска хочу порекомендовать вам канал SportChain, на котором парни проводят очень плотные и сильные спарринги по различным видам единоборства. Все отлично снято, есть материал для профессиональных спортсменов, не для профессиональных спортсменов. В одном из последних своих роликов они сравнили различные школы боксов против ММА. Все это у них приправлено хорошим юмором, хорошей картинкой, подачей. Всем рекомендую подписаться на этих пацанов, ссылка будет внизу в описании. Выбрасываем удары постоянно, непрерывно. Постоянно, непрерывно. Темп даже ниже среднего будем держать. Ага. Работа над школой. Также ноги параллельно, либо носки вовнутрь чуть-чуть, руки у носа и поехали. Выбрасываем удары. Легче, свободнее. Попытаюсь плечо, да, отдавать, выбрасывать. Да, носочки вовнутрь. Да, хорошо, Леха, красавец. Не спеши, куда побежал. Да, да, да. Молодец. Лучший. Убери пальцы. Вот. Вот. А носочки вовнутрь, дай мне еще. Хорошо, хорошо, хорошо. Тазом, да, мощнее сделай, молодец. Да. Упражнение, каждый третий акцент я сдваиваю. Раз, два, три, три. Раз, ага. Два, три, три. Раз, два, три, три. Раз, три. Сразу же, нет, не должно быть паузы в защитных действиях. Раз, два, три, три. Что, я уже слева начинаю бить. Раз, ага, два, окей. Три. И поэтому не спеши. Три. Хорош. Да, не спеши. Три. Момент. Слева бьешь. Слишком сильно так локоть задираешь. Это у тебя на это время будет уходить. Вот свободнее его делай. Короче, движение. А у тебя такое... Он искусственно придумано как будто. А это лишнее. Лишнее. Внимательнее. Посмотри, как я буду это упражнение выполнять. Раз, два, акцент, акцент, раз, два, акцент, акцент, раз, два, акцент, акцент. Непрерывная работа. Я ее могу выполнять и общаться с тобой. И для меня это будет не в напряг. Поэтому также расслабься. Блин, сбиваюсь. Сбиваюсь. Почему? Сбавим темп. Ты скочишь сразу же в такой скоростной силовой работе работать. Но не поймав. Не прочувствовал движение. Да, не прочувствовал движение, совершенно верно. Поехали еще раз. Берешь, вместе со мной поехали. Раз, два, три, три. Раз, два, три, три. После акцента я начинаю с противоположной руки. Начинай, начинай. Еще раз, два, три, раз. Блин, сбиваюсь, не знаю. Выброс почему. Три удара. Три удара. Левый, правый, левый. Ага, вот. Левый, левый, правый, правый, левый. С дублюрой левый же. Сразу же. Раз, два, левый. Три, три. Стоп. Справа начинай бить. Раз, два, три. Три. Слева начинай бить. Раз, два, три, три. Раз, два, три, три. Раз, два, три, три. Двоил. Раз, два, сдвоил, сдвоил. Раз, два, сдвоил, сдвоил. Раз, два, сдвоил, сдвоил. Сам попробуй. Два, сдвоил, сдвоил. Раз, два. Сдвоил, сдвоил. Усложняем, усложняем. Защитное действие, два удара. Также спокойно, никуда не темпи. Акценты мы будем расставлять, у нас еще будет работа СВП. Мы там потом в ней будем расставлять акценты. Сейчас школа, она выполняется на небольшом пульсе, чтобы ты ее мог запомнить, чтобы мышцы это все запомнили. У меня защитное действие, два удара. Защитное действие, два любых удара. Защитное действие, два удара. Я выполняю ее спокойно, непрерывно. Да? Куда ты темпить начал? Лех, сбавь, да? Обороты. Нет! Да. Ты быстро делаешь? Да. Зачем? Окей. Быстро, у тебя плечи и руки работают отдельно, а ноги не попадают в так. Ага, нужно, чтобы ты это делаешь. Конечно, это работа над школой. Зачем два? Одно, да, что-то, да, есть. Да, да, врубись, врубись, да, Леха. Да. Носки заверни.
Да. Усложняем. После каждой двойки мы дублируем удар последний. У меня защитное действие. Два удара. Сдублировал последний удар. В эту же сторону я делаю уклон, бью два удара. Последний удар сдублировал. Да. И вот в таком темпе. Подожди. Да. После этого куда уклон? Да, в сторону, в эту же сторону. С какой руки ударил, да, я в эту же сторону делаю защитное действие. Но условия вот этой работы, она должна быть непрерывной. И вот темп эти. Не надо задирать. Я понял. Темп, который ты выдержишь, понял? Нет, не сомневаюсь, что ты выдержишь более... такой высокий темп, но правильность и техника выполнения должна соответствовать. Вот. Заводишься, теряется, да? Ага. Посмотри, как я буду. Да вроде не завожусь, просто. Заводишься, со стороны очень сильно видно, да. Два. Это заставляет тебя чуть-чуть меньше, два. Два защитных действия, три удара. Тот же принцип. Выполняю непрерывно работу. У меня защитное действие, три удара. Два защитных действия, три удара. Темп не гони. Положение ног. Да, локти. Нет, опять только корпусом сделал защитные действия. Ага, да, согласен. Грубая ошибка. Согласен. Да, за счет ног. Три, два, раз. Да. Раз, да. Молодец. Не спеши. Три, два, раз. Стоп, момент. Почему начал на ребро стопы стоять? Я вот под собой же ноги. А ты раз, раз. Это ошибка. Ага. Ты равновесие будешь терять, да? Нет, ножки строго под собой. Поэтому я прошу делать школу бокса изначально с фронтального положения. Это удобное положение будет для тебя. Это будет устойчивое положение. Потом ты можешь перейти в боевую стойку. Стать как тебе надо, но ты будешь чувствовать свой весь тело под собой. Под собой это все будет. Это как элемент разминки, как элемент работы над школой. Только поэтому я заставляю своих бойцов работать с фронтального положения и желательно делать это у зеркала. Три, два, раз, молодец. Боковым начинай закрывать. Во-во-во-во-во. Следующее задание. Я с фронтального положения непрерывно выбрасываю удары, чередуя их защитными действиями свободно. По моей команде у тебя защитное действие с одной руки, два удара в акцент. И опять продолжаю непрерывно работать. По сигналу, да? По сигналу. У меня защитное действие, два удара в акцент. И потом я продолжаю выбрасывать удары. Да, легче, свободнее. Нет, ты сейчас знаешь, что начал делать? Ты начал вот таким... Нет, мне нужен перенос веса тела. Я выбрасываю с ноги на ногу. С ноги на ногу, да. Сильно не надо. Легко, легче, свободнее. А кулаки сжаты, оп! Ну-ка, убери свой этот уклон. Ага. Вот у меня уклон. Вот у меня защитный. Конечно. Что за уклон? Это ты, если грубо вот делаю вот такой уклон. Я понял. В живот попадет, конечно. Не просто в живот, я просто столкнут. Тебя с работой столкнут, а я здесь. Да, я понимаю. Здесь я должен остаться на своих ногах. Поехали. Да, голову вниз. Оп! Я. Куда ты? Соберись, Леха. Давай, легче, свободнее, кулаки сжаты. Да. Раз. Да, молодец. Вот в таком темпе. И продолжай работать. Продолжай. Локти уже. Локти. Раз. Локти уже. Молодец. Да, после этого защитное действие. Раз. Оп, да, защитное действие. Легче, свободнее. Легче выбрасывай. Легче. Раз. Есть. Локти уже. Видишь, завалился, да? Да, падаю, да. Согласен, ножки под собой поставь. Для чего? Из-за того, что пытаешься тянуться за ударами вперед, и ты выводишь себя из равновесия, понимаешь? Значит, за ударами вперед тянуться из-за этого. Поэтому ищи вес тела. Тебе удобно. Центр тяжести тебе. Конечно, вес тела, грубо говоря, под собой должен быть. Угу. Тебе должно быть удобно выбрасывать все свои удары. Понятно, да? Молодец. И опять защитные действия. Выбрасывай удары. Да, выбрасываешь. Оп, уклон. Да. Раз. Локти уже, молодец. Ой, жесть, а? Воду. Нет, пока нет. Живой? Пока нормально, да. Подожди, ты меня сейчас до основной части не дотянешь. Нормально, тебе кажется. Да? Конечно. Я еще не... Поехали. Визнер не вошел. Давай. Выбрасываем удары.
Да, под собой ножки, с ноги на ногу, да. Раз, два, туда. Во-во-во, лучше, останься, останься, где остался. Ты что, прикалываешься, конечно. Давай, давай, молодец. Не-не, выбрасывай, выбрасывай. Лучше, 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 под собой ноги, да. Да, раз. Не успел нырнуть, уже ударил по животу, перевел на голову. Не спеши, ты сейчас потерял, ты сейчас так жестко не ударишь. Окей. Я прошу эти два удара бить в акцент. Ага, то есть я, ну, грубо говоря, да. Поехали, еще раз. Легче, свободнее. Да, да, да. Раз. Раз. Во-во-во. Я, раз. Да, 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 локти уже. Да. Да, 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 ножки под собой. Да, 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 да. Куда побежал? Ага. С ноги на ногу, с ноги на ногу, с ноги на ногу. Раз. А, да, да, да. Да, да, да. Локти уже. Молодец. Молодец. Я раз. А, да, а, да. Да, да. Перейдем в движение. Мы сейчас работали, да, с фронтального положения. Выбрасывали удары. Сейчас перейдем в движение. Также пока будем с фронтальной стойки. В боевую стойку пока не будем переходить. Хорошо? Окей. Поехали. Под разноименную ногу идем только защитными действиями. Да, под разноименную ногу. Да, 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 шагаем. Шагаем, шагаем. Да, ножки под собой. Почему ты так вот пальцы держишь? Да не знаю, привык пятеркой больших. Да, не знаю. Блин, заверни куда-нибудь. Вот положение у тебя боевое. Да, вот у меня боевое положение. Поехали, шаг. Вот, я легче, свободнее. Да, выше, встань на чуть на ногах. Да, во, у тебя так легче, встань, иди. Ага, да. Да, спиной. Да, не спеши. Под разноименную ногу. Смелее, нет. Сейчас ты начал одноименно вышагивать. Во, во, во. Да, легче, свободнее. Легче. Молодец. Шагай, шагай, смелее. Хорошо. Два удара. Уклон, два удара. Уклон, два удара. Уклон, два удара. Да, вперед смотри. Кулаки сжаты. Да. Защитное действие делай полноценно за счет... Ну, молодец. Видишь, понимаешь, о чем говорю? Да, да, молодец. Хорошо. Тазом, тазом, тазом. Во-во-во. Да. Хорошо. Аккуратно. У нас два защитных действия, три удара в ту сторону пойдем. Защитное действие, да, да, да. Защитное действие, три, два, раз. Да, да. Да, да, три, два, раз. Молодец, голову вниз. Вот, да, три, два, раз. Уклоны я могу делать. Защита, защита, да, да, да. Защита, защита, три, два, раз. Защита, защита, да, да, да. Понимаешь, да? Более глубокие движения сделай. Два раз, лучше. Да, голову не поднимай, да, 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 да. Да, 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 молодец. Ага. Раз, раз, три, два, раз, да. Смелее шагай назад, смелее, у тебя какие-то неполноценные шаги, да, да, да. Следующее упражнение, мы перейдем в боевую стойку и начнем движение в боевой стойке. Ага. Не на месте будем, мы сейчас как раз будем работу на дороге, так называемую, выполнять, ага. Понимаешь, да? Я, ты у нас правша, левша? Ну, слушай, правша больше, но, в принципе, в этой тоже работа. Да? Да. Я в боевой стойке начинаю двигаться, да, зигзагом. Да, начинаю двигаться зигзагом. Да, начинаю двигаться зигзагом. Можешь за мной, да, прям начинать повторять. Да, постоянно, да, 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 постоянно. Плохо. Вот, под собой ноги, более мелкий челнок. И я принимаю, у тебя бедро, но это у вас, наверное, в силу специализации, бедро у тебя вот выверено, туда смотрит. Ага. Я думаю, чтобы бедро смотрело сюда. Ну, на у партнера. Нас, ну, так... Но это какая-то да, специализация. Да, 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 да. Убирать ногу. Ну, попробую, да, развернуть бедро и сделать таз, чтобы он смотрел на меня. Во-во-во-во. Во-во-во-во-во, молодец. Мой хлопок, то есть двойный джек. Опять ага. Движение. На ногах, да? Да, да, да. Мой хлопок я. Ага. Да, сталкиваю джебом. Да, смещаюсь, смещаюсь. Локти уже. Я раз. Бу-бу, молодец. Продолжай движение. Бу-бу, продолжай движение. Не спеши, спокойно. Да, ага. Смотри на меня. Да, да, да. Движение, движение, движение. Раз. Бу-бу, молодец. С тобой. Во-во-во. Раз.
Да, я против того, чтобы вот так стойки менять. Окей. Да, это видно. Окей. Особенно, ну, если боец высокой квалификации, да, он это делает завуалированно, какими-то подводящими действиями. А тут ты взял ни с того, ни с того, ну, да, ни с сего поменял стойку, ну, это очень это, видно. Не вопрос. Поехали. Вот я, после берега, вот перед тобой. Ноги, 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 ноги. Движение, движение. Сохрани, сохрани. Раз. Бу-бу, молодец. Продолжай. Бу. Да, да, да. Продолжай движение. Продолжай движение. Раз. Туда. Дум-дум. Вот. Дум-дум. Движение. Да, да, да. Движение. Опять движение. Лопку уже. Раз. Бу-бу. Опять. Опять. Да, 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 да. Раз. Да, 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 да. Конюка заставил двигаться, да? Чуть-чуть посыпался сразу. Ноги оказались отдельно. Конечно, конечно. Поэтому но... стоит в подготовке уделить внимание. Вот знаешь. Всегда стоит уделять, просто ты никогда этому не уделяешь. Если поэтому согласись. Согласен. Если тык не ставили. Нет, ну ты можешь что-то делать. Не, бывает же. У нас отдельные тренировки проводятся. Конечно, это правильно. Конечно. Надо прям в школу, ну прям. Просто джеб левый, просто. И просто хоп, блин, оказывается, вот так вот бить мне проще. Надо разложить его, да, да самому даже потом тысячу раз ударить. В боевую. Да, 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 проще будет. Поехали. Самому. Также в боевой стойке двигаемся, смещаемся. По моей команде ап, твоя двойка мне в нос. Лево-право, да? Да, 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 да. Только принимай, зачем так, такой сильный шаг? Корт, бум-бум. Прям пробить. Хорошо. Такой прям ты отшагнув так, ты ему сигнализируешь, да, я сейчас буду бить двойку. Окей. Вот он я, да? Лучшее, опять движение. Только я встал, твоя двойка, да? Здесь, здесь, здесь я. Лучший. Да, раз. Во-во-во. Сильно не надо. Чуть. Ага. Двойка. Чуть, зачем бьется? А ты прям уже бежать начинаешь. Твой соперник, воображаемый, грубо говоря, такое последнее задание в школьной работе. Мы перешли в боевую стойку, я накидываю тебе одиночные, пока только прямые удары. Твоя задача защита за счет ног, ответ, уклон, ответ. Твои ответные действия под мои руки, понятно, да? То есть шаг назад тоже защитное действие? Да, да, любое, любое, любое. И обрати внимание, что не надо на каждый мой удар там отвечать. Где-то я просто защитным действием, где-то за счет ног провалил. Понятно, да? В таком формате вольного условного боя условие одно. Я выбрасываю одиночные удары, ты под них одиночный ответ. Окей? После защиты. Да, после защиты. Между нами дистанция, да, 2 метра. Поехали, да. Вот у меня, да. Вот, ножки сохрани, сохрани. Топчешься, да. Я, гу. Да, 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 да. Я, гу. Во-во-во, не заваливайся, ножки-ножки под собой. Да, вот он, да. Раз я. Да, да, да. С ногами это все я сделаю. С ногами. С ногами это с ногами. Не так уклон сделал? Удар. Уклон, удар. А у меня уклон. У тебя. Вот так просто, да? Корпусом. Только окей, корпусом. Окей, да. Вот я сейчас вижу, у тебя проблема с ногами. Ну, да. Вот вижу проблему с ногами, и ее за счет школы бокса можно исправить. Просто ты потратить на это время. Конечно, вот все. Конечно. Поехали. Да, под мои одиночные удары я. Бух. Да, да, да. Вот я здесь. Вот я здесь. Вот я. Вот. Во-во-во, уже, да, 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 я вижу, да. Ата! Да, 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 локти уже. Бух. Да, да, да. Ата! И хочу напомнить, чтобы вы подписались на канал Спорт ЧМ, это наши знакомые, которые снимают отличный материал про единоборство. Ссылки будут внизу в описании. Всем спасибо за просмотр.